Всем привет! С вами я, Сквид. Я снова играю в эту игру. Самая это хорошая музычка. Я болею, что же еще может быть лучше. Ну что, давайте пойдем. Так, все тут хорошо. Что у нас в магазине? В магазине ничего нового нет. Цель есть. Копим на вот это. Или на это. И на то, и на другое. Погнали. В прошлом серии мы прошли с вами вот это. Вот это. Сегодня мы пройдем. Сначала с вами пройдем приключения, а потом уже и пазлы уже. Пройдем фазобой. Ну что, погнали. Это по типу могилы. Я только сейчас это понял, не знаю почему. Так, вот это дело берем. Без нее обойдемся. Берем вот это. Против этого. Ох ты, круто! Магнит вообще хороший. Давай, гриб судьбы. Ну а что еще взять? Я уже все, то, что мне нужно, взял. Ладно, давай займем место не нужно. Нужен. Вот здесь корабля. На телефон бы я бы за миллисекунду посадил. Сык сразу дал. Можно не париться пока что, расслабиться. А так бы сейчас бы, если бы была это английская версия, я бы сейчас бы слышал бы совершенно другое. Так, кстати, где идет теперь? Вот, понять бы. Поддерживаемся, но ну, Сквид. Ну, блин, не могу привыкнуть к Сквиду. Я тебя вижу. Ставим. Берем. Блин, почему он не по 15 стоит, не по 20? Было бы лучше. Все. Оборону можно ставить. Он идет. Больше нигде пока что не видно. Вон, пошел. Где там какой? На всякий случай так пока что сделаем. Не стреляет, все свободно. Берем, давай вот так. Там непонятно, с конусом нет. Ладно. С конусом был. Сюда вот так. И вот это сюда. Во, как он поставил. Видите? О, уже на это накопили. Не, давайте не будем тратить пока, что он нам еще пригодится потом. На всякий случай надо еще второй поставить. Только видно три ряда. Там обычно идет. Ладно, давай. Как отлично все видно. Ой, у меня сейчас о чем-то мысли были, да, я уже забыл. Еще такие глубокие мысли были. Я не могу, короче, объяснить, как я так был.
Вы не поймете, я даже объяснить это не могу. Просто задумался, отключился на время. Идет туман спасать. Монетка. Все работают, кроме этих и этих. А теперь испробуем наш магнит. Я забыл совсем про него. Вот и все. Без ведра остался. Вовремя. Иди пешком. Пешком полезнее, ноги не будут вставать. Вы что, так двое полетели? Вообще? Ну, сразу на два ряда такие летят. Да не надо. Пожалуйста. Еще давай. У нас еще куча времени, пока он там долетит. Фу. Все, теперь можем спокойно копить кучу денежек на магниты. Ага. Вот сейчас как раз магниты и нужны. Нет, я и так за взять не знаю. Ну тут, короче, примерно хватит и двух. Ну я еще один поставлю. Жизнь рядом. Ну сейчас последняя волна идет. А что теперь? Нифига ты офигел. Ты прикинь, что творит? Съедят немного растений. Или не съедят. Ну вот мы сейчас с вами и закончим наш любимый туман. На самом деле нифига не любимый. Здравствуйте, это твоя мама. Приходи ко мне за мясным рулетом. Дверь оставь открытой, а лужайку пустой. Любимая мама. Не зомби. Не верю я. О, нет. Почему ты так быстро стемнел? Это не к добру. Надеюсь, ты переживешь эту ночь. Ой, все эти дебилы. Сейчас это придется на лугать все ставить. Покиньте. Дайте. Тун-тун-тун-тун-тун. Кстати, тут только звездочки будут. Ну и не только звездочки. Покажите свет! Свет! Спасибо. Нафига я использую? Съест. Нет, не съел. Странно. Кстати, где музыка? Куда там музыка делась? Просто наугад ставлю. Или...
Надеюсь, то, что нужно, я выкопал. Да. Ой, грустно как-то без музычки, плохо. Я не знаю, что музычки нет. Ну это вообще жесть. Ну это вообще жесть, нифига не видно. Ну а когда теперь тебя ставить? Я сюда. Тебя сюда. Ну, плохо. А, нет, хорошо. Да, немного все-таки без музычки. Тебя оставляем. Тебя садим не знаю куда, потому что я не знаю. Приближается большая волна зомби. Пускай идет. Куда подальше? Ползет? Нет. А, тварь! Я куда-то в жопу его поставил. Летит. Да пожалуйста! Покажите мне, что у него белый свет. Придите, как-то живу. Плохо. А нет, все хорошо. Я в чем там крутил? Будем кстати, куда хотел. Мы это пройдем. Молодцы, ставим. Я тебе туда ничего не оставлю. Последняя волна. Ура! Смотри! Смотри, смотри, смотри. Мы на крыше. Почти прошли эту игру. Plants vs. Zombies. Бомбис. Мы на крыше. Ого, мы нашли путь на твою крышу.
Упор на эти зомби, чувак. Тебе нужно использовать капуста пульты из-за наклона крыши. Помни, и помни это, и ты не пропадешь. И не пропадешь. О, Так, давайте посмотрим, какие не рекомендуются для этого уровня. Вот это. Вот это. Да ладно. А, шучу. Давайте возьмем каком вверху. Вот это, вот это, вот это. Вот это. Что еще взять? Ну, вот это давай. Не, нафига. Вот это. Вот это жвастика. Ну и вот это. Все, конец. Столько всего не нужно вот тут. Сажай. У нас ограниченная зона, но ничего страшного. А, нафига. Я же у меня грабли есть. Как все у меня хорошо. Никакого тумана нет. Нам придется только ждать, когда перезарядится подсолнухи. Они здесь, наверное, будут больше давать, ведь ближе к солнцу же. И будут больше спавниться, то есть. Прикольно. Ну, если это правда, конечно. Самый веселый момент этой музыки начался. Ну? Я, кстати, воспользуюсь одной хитростью. Главное прохождение босса. Какой? Многие знают, кто играл в эту игру. Или кто смотрел ее секреты. Ну, не секреты, я не знаю, как это назвать. Видите, сколько солнышка? Ну, только надо ждать, когда они перезарядятся, и все. Два ряда таких, даже можно три. И самый передний будет вот этот, жилась. Значит, зачем я брала эти? Ну, короче, просто так, потому что куда мне еще было девать эти места, которых нет. Нет, почему? Не есть. Просто туда нечего было взять. Все, что нужно, я уже взял. На всякий случай так поставим. А то он может дойти. А мне это нафиг не надо. А что, вкусный горшок будет? Интересно. Хам. Круто. Будем этих отвлекать таким образом, значит. Плохо все. Почему? Вот почему. Могут съесть горшок. Был бы горшок, который я могу поставить горшок. Было бы все офигенно. А я не могу этого сделать, поэтому придется выживать, как хочу. Кстати, я немного начал первый челлендж. А, кстати, он уже и так вот уже до самой первой игры идет. В том смысле то, что не сдохнуть ни разу прохождение всей игры. Иначе мне придется играть с самого начала. А тут еще нету этих. Ну все, мы выиграли. А сейчас только заберут кого-нибудь. Интересно, кого? Дай-ка угадаю, капустку мою. Минус змеи. Ах ты ж офигел! Охренели, я совсем забыл, то, что вот так вот все. Вот так вот. Защищенный орех. Зачем его защитить, я не знаю. Просто так. Этот обязательно дойдет, поэтому дайте ему подсолнуха пожрать. Семечки. Он один укус сделал. Я зря его садил. Деньги на ветер. Ну давайте посадим две мины.
Нет, не буду задевать воду. Ура, горшочек есть, а значит, мы можем садить дополнительные штучки. Давайте последний уровень здесь пройдем. Эй, сосед, у меня есть новые вещи для продажи. Ага, вот, вот это нам точно нужно. Да, я знаю, что ты безумный. Вот это давай. Вот это вот нам пока что вот не нужно. Это ваша крыша. Спасибо. Я как бы знаю. Вот давай испробуем. Ну вот и все, все нужно. То, что есть, у меня все. Это чтобы забирали. Это тоже чтобы забирали. Ну просто что мне еще брать? Кстати, интересно, он сможет утащить большой орех? А, да, сможет. Ладно, что еще брать будем? Живу. Да, пойдем. Видите, даже так вот стало. Ну, зато я купил улучшение. Будет по 2 солнышка сразу давать. Конечно, это будет не скоро. Кому кажется? Ждем, пока перезарядится. Я забыл грабли купить. Давай, успей, кто будет разодиться, умоляю. Я дебил, блин. Забыл. Но все равно ждем, пока перезарядится. Как будто и не тратил деньги. Ну, все, он зарядится сейчас скоро. А мы можем потихоньку ставить оборону. Ну, а, нет, давай-ка пока что улучшение будем копить. Вот еще 4 солнышка осталось, нет. Оборона. Почему? Я хочу накопить на улучшение. Давай еще 2 солнышка. Нет, даже 3. Еще 2. Последнее. Во! Двойной подсолнух. Как вам это? Стой, я поставил. Я уже поставил. Вот, видишь, сразу же 2. Не туда поставил, ладно. Исправим наш ход. Да возьми! Я не знаю, сколько я там попытки смог взять. Сыга не перезарядился еще. Бежит. Еще 4 солнышка. Я, конечно, еще успею. Должен на счет 2. Давайте вы. Вы работаете теперь. Молодцы. Откусит. Еще один бежит. Не добежит. Съел. Пока что я не нуждаюсь, еще одних горшках. Так вот для этого. Давайте еще одно солнышко, я еще одного. А, он еще не перезарядился? Да ну. А я думал, уже все. Давай. Видите, как круто иметь двойных подсолнуха. Сразу 2 солнышка высирают. Ну что, 3-й ряд капусты. Да, это. Ну что, что мне еще делать? Ну все, первая волна. Сейчас что-то заберут. Ну, деньги у меня есть, чтобы купить. Я богатый. Ну, как сказать? Что-нибудь забирать? Ну ладно. Мне ведь лучше.
с ведром. Подождите. Ай, что я делаю? Куча денег, видите? Не успеваю собирать. Интересно, они когда-нибудь успеют съесть? Давайте читаю это рядом. Еще куча денег. Ну, я не третий нес, как посадить, а уже подешевле. Тварь! Он съел четвертого, как так-то? Прыгай. Ладно. Этот пускай бежит себе. Не добежит. Выбирай, что хочешь. Опа! Что, свою же табличку забрал? Все, ряд двойных подставили. Третий ряд высажен. Круто. Начинаем ставить живунов. Самый лучший ряд. Наверное. Или самый проблемный, а вот неизвестно. О, монета. Косарь нашел, типа. Нет, косарь — это алмазик. Хотя, по-моему, по-хорошему алмаз должен побольше стоить. Прыг. А ты, тварь, пробежался по горшку, не перепрыгнул его. О, отвалилась голова. Интересно, он съел. А, это съел. О, сколько денежек. Все отлично, ребята. Куча денег. На, подешевле забери. Не съест же. А, отвалилась голова. Давай, защитим тебя от поеданий. Все, мы выиграем. О, вот самая имба. Я ее только буду использовать. Капуста, прощай. Я чуть не подавился, я же хотел в это последнее, чтобы был. Пойдем? Пойдем в пазлы или в мини-игру? В пазлы. Мы должны пройти во забой. Дальше. Это раз, два. Так, ага. Короче, будем ставить сейчас уже. Сюда можно, вот сюда. Столько растений и мало зомби. Нафига так делать? Да вы издеваетесь, больше растений, я серьезно говорю. А вот и все. Ждем только, чтобы все было хорошо. Ура, мы дождались. Наверное, я дождался. Я просто постоянно ползу для вас. Это было секундным временем. О, еще один. Погнали. Я не понял, что это так. Опа. Перестрелка друг к другу.
Ешь орех. Здоровый будешь. Ай, все плохо. Тем более все плохо. Вот здесь уже чувствуется сложность. Пожалуйста, убейте его. Но все, мы выиграли. Это было легко. Быстрее. Спасибо. Куча денег мы заработаем на этом. Налево. Туда? Ага. Да, точно. Да. Последний. Офигеть. Слушай, опять больше... Маски. Больше растений, чем... О! Чё так? Кабачок дайте! Убейте! Умоляю! Нет, я проиграл! На! Я проиграл! Ладно, буду играть только на приключения. А это оказалось правда сложно. Тварь. Вот тварь я. Кабачок дайте. Ладно, поешь. Я не знаю, куда поставлю все это. Маски. Опять проиграл! Да вы чё, издеваетесь, что ли? Поставлю куда-нибудь. Слушай, вообще круто. Ну что, как вам? То, что я проигрываю. Пожалуйста. Я это не пройду никогда. Маски. Да нет! Нет! Не убьёшь. Да блин... Маски.
штук. Ну вот опять. Могу проиграть сейчас. Убей. Убей, спасибо. Нет, это невозможно, серьезно. Мозги. Что же может быть лучше, если я опять проиграл? Я это никогда не пройду. Я сейчас бомбить буду. Мозги. Просто ставим все подряд, куда угодно. Лишь бы защитить все мое добро. Да нет! Съешь! Мы должны, ребята, выиграть. Должны. Съешь. Я выиграл. Ура! Я смог! Надо за это алмаз мне было 2 дать. Даже 10 алмазов. Я, блин, еле как это прошел. Ага. Ладно, ребята, я уже на этом закончу. Это просто жесть было. С вами был я, Сквид. Я наконец прошел этот пазл. Гребаный пазл. В следующей серии мы пройдем вот это. Попробуем, по крайней мере. Ну, а теперь я говорю всем удачи, всем. Кстати, я отключу, когда ровно будет. 1, 2, 3.